Друзья, у нас сегодня экстремальный коп, ночной коп. Едем на одну полянку, на которой можно копать только ночью. Сейчас время 11:30 ночи. Я выезжаю. Что из этого получится, увидите. Постараюсь, конечно, снять, если что-нибудь найду. Но не знаю. В крайнем случае находки покажу уже завтра утром. Как-то так. А пока двигаемся на заданную точку. Начинаем наши поиски. Был сигнальчик неплохой. Ну вот, друзья, первая находка. Первый монетосик. Правда, убитый. Ладно, забираем. Ну вот, друзья, еще находочка. Блин. Не подготовлен. Пуговка. Время 1:00 ночи. А что у меня есть? А у меня есть уже 2 монетосика и пуговка. Тьма кромешная, блин, как-то я не подготовился. Не взял, бляха, никакого фонарика. Абсолютно никакого. Так, что у меня здесь? 2 империи. Пуговка. Блин, монеты, конечно, наверное, как алики. Но все равно империя. Просто гладкие. Хорошо, если отмочу в электролизе, что-нибудь увижу. По-моему, копейки. По-моему, копеечки. Ну ничего, еще походим немножко. Пока есть запал. Да, без фонарика, конечно, хреново. Ну что, друзья, сегодня мой ночной коп подходит к концу. Время 2:00 ночи, пора собираться до дома, надо бы и поспать немножко. В общем, покопались мы, сегодня здесь неплохо. Не сказать, что совсем, конечно, хорошо, но находки были. Один минус, что большая трава высокая, я немножко опоздал, надо было сразу ехать, когда скосили траву и тюки эти здесь скручивали. На этом все. Пока-пока. Подписываемся на канал. Не забываем ставить лайки. Находки покажу утром. Всем удачи. Я поехал домой. Пока.